войска закрепились на участке рядом с храмом. Мы готовы выступить против Талдаримов. Воистину, это будет славная битва, брат мой. На всякий случай, всем привет, и еще раз предупреждаю, здесь вы можете увидеть много спойлеров, поэтому если вы не хотите знать ничего о истории протосов и, соответственно, о новой кампании, то лучше заранее выключить это видео. Такие дела, ребят. Ну а мы начинаем, что я хочу сказать. Призрак в тумане, пробейтесь сквозь войска Талдаримов. Поехали. На поверхности Атриаса нет виспеновых гейзеров. Расходуйте виспены экономно. И, кстати, да, это интересная геймплейная фишка. На поверхности данной планеты действительно нету ни одного гейзера. Но сейчас нам объяснят, как же мы будем получать виспен. Храм Эрис. Его древние стены скрывают нашу последнюю надежду. Талдаримы, запечатайте врата. Пока я не закончу, никто не должен меня тревожить. А тот, кто нарушит мой приказ, заплатит кровью. Владыка Талдаримов здесь? Это не сулит ничего хорошего. Но это еще не конец наших бед, Зератул. Этот мир в агонии. Находящиеся под корой планеты запасы Виспена нестабильны. Он постоянно извергается на поверхность. Образующиеся в результате разломы — наш единственный способ получения газа. Чтобы собрать армию, нам нужно будет их захватить. Надеюсь, этот храм стоит таких усилий. Я тоже на это надеюсь. Ладно, поехали, собственно говоря, потихонечку накапливать наши минералы. Можно, конечно, существующей армии быстро пробежаться по двум точкам и захватить имеющиеся гейзеры, но я этим пока что заниматься не буду. Зератул, давление в ядре планеты нарастает. С помощью этого индикатора ты сможешь следить за текущей сейсмической активностью. Приготовьтесь выдвигаться. Да, сейчас. Скоро должно произойти извержение. Я думаю, что мы успеем захватить две точки, тем более, что там относительно не сильные противники, поэтому все будет, по идее, хорошо. В любом случае, надо подготовиться хотя бы малость. Итак, я надеюсь, что этого количества воинов нам хватит. Тем более, что плоечки автоматически разогреваются, насколько я понял теперь. Хотя я могу ошибаться, конечно. Итак, вот мы захватили первую. И потихоньку передвигаемся ко второй точке. Попутно, конечно же, подстраивая еще одного. Понятно, не подстраивая еще одного. Так, давайте сделаем вот так вот. Хотя это слишком много, я думаю, все-таки. И лучше бы мне там подстроить, не знаю, какого-нибудь юнита. В этой области формируются разломы. Нужно поторопиться, так, чтобы успеть собрать Виспен. Хорошо. Да. Я думаю, что здесь мы оставим тебя. Сюда мы пройдем одним сталкером. И попутно создадим еще одного. Ладненько, так, ты почему у нас без дела стоишь? Нехороший ты человек такой, а? А? Попутно продолжаем создавать рабов. Точнее, наших маленьких зондов, которые впоследствии очень хорошо нам помогут. Так. Произошел взрыв. И мы собираем новые виспеновые. Что это, кстати, виспеновое? Просто виспен. Просто кучка лежащего газа. Помимо прочего, на нас будут периодически наступать волнами наши хорошие друзья. И, естественно, нам надо как-то обороняться. Но так как сил тратить на армию у нас особо нету, мы будем тратиться
на пушке. Здесь, среди теней. Попутно, конечно же, строя различные полезные вещи. Такие вот дела, такие вот дела. В любом случае, что я хочу сказать. Веспен здесь действительно нужно тратить очень экономно, потому что если мы будем его тратить очень большое количество, мы скоро проиграем. Вы бесполезны для замысла темного бога. Он не потерпит вашего существования. Ну, вот видите, на нас уже ругаются, что мы тупые, плохие и вообще нам отсюда бы свалить. Но мы не сильно печалимся. К сожалению, враги пришли чуть раньше, и мне придется, наверное, отбиваться. Думаю, ничего сильно страшного в этом нету, поэтому все хорошо будет. Да, вот я отбился, спрятавшись за зданиями. Мы, конечно же, переключаем все на одну и ту же циферку. Долдаримы ведут добычу среди этих скал. Да. Мои сканеры указывают на сильную сейсмическую активность в этой области. Вероятно, там есть что-то ценное. Нам нужно взглянуть поближе. Итак, мы можем перевести еще один сюда. Все будет хорошо. Так, кстати, сейчас мы попробуем туда наведаться. Теперь нам нужно вверх. Еще одно извержение. Отмечаю на карте его расположение. Проблема в том, что там довольно много, насколько я помню, юнитов. Мне нужно сделать через переблинку это все дело, потому что иначе пушка меня будет очень сильно бить. А так она, видите, нас не бьет. Итак, здесь мы смогли. Надеюсь, сможем и выше. Ничего сильно сложного. Ради возмездия. Пока что мы не встретили. Этот мир и все, что в нем находится, принадлежит избранным. Вот с Иммортулом, конечно, можно немножко пободаться, но глуповато, если честно, Томас. С моей точки зрения, это немножко глуповато было делать. Давайте уничтожим пилона, включив им. Ага, отлично, пушечку. Что за Веспеном мы, в принципе, успели. Так, соберем весь Веспен, который у нас там был, и не будем сильно на них агриться, потому что если мы начнем на них сильно наезжать, они, думаю, нам дадут по башке. Мне бы этого, конечно, не хотелось. Такие вот дела. Кстати, кораблем, насколько я помню, брать вы не можете, то есть воздух — это все-таки воздух. Теперь мы будем подстраивать потихонечку наших юнитов, и я думаю, что мы скоро начнем строить уже флот воздушный. Что воздушный флот — это штука полезная. Так, поехали, достроим еще одного раба. Один у нас будет шататься, ничего не делать, и нам нужно бы захватить вот это вот минеральное поле. Сейчас мы сообразим, как мы это сделаем. Скорее всего, сделаем это мы уже имеющимися юнитами, заодно поможем здесь пушкам. Хотелось бы, чтобы на нас лишний раз нападали. Так. И продолжаем подстраивать. К сожалению, до второго, по-моему, удара, взрыва, там не знаю, как это называть, мы не увидим, откуда именно будет вестись добыча Веспена нами. Ну, должна вестись. Скорее всего, это будет вот здесь вот и еще где-нибудь. Итак, напоминаю, нам нужно сейчас уничтожить, соответственно, вот этот маленький лагерь. Так как мы, в принципе, ребята бравые, я думаю, что мы справимся. Можем строить, не забывайте, кучу зилотов. Что не есть минус, а есть скорее только плюс. И это меня радует. Это меня очень сильно радует. Пока не видели, что будет на вот этих полях добычи, которая чуть ниже, но думаю, что мы сможем их уничтожить скалы и посмотреть, что же там есть интересного. Скорее всего, есть достижение
по уничтожению разломов в отмеченных местах. Всех вот этих мест, и также не дать добыть, типа, все остальное. Ладно. Пустота не нас. Чуть не потерял свой самый хороший кораблик. Но мы можем, тем не менее, уничтожить камни. И попутно пройтись, я думаю, пониже. Ничего страшного в этом не будет. Кстати говоря, давайте вызовем еще подкрепление. Так. Переблинком по пушечку. И нападаем. Плохая идея. Так, я же вроде отпрыгнул, нет? Так, хорошо. Хорошо. Здесь тоже все хорошо. Лишаем их воздуха, по сути. Собираем здесь весь пен, собираем здесь весь пен и здесь весь пен. Хорошо. Сейчас мы это будем пробовать делать. Пока что у нас здесь все хорошо. Приплинкиваемся. Уничтожаем их базу. И попутненько делаем наши войска. То как-то они что-то оборзели. Не ожидалось, что они с этой стороны к нам тоже могут прийти, но, как видите, могут. Как видите, могут, а это нам нифига не круто. Ну, давайте приходить на базу. Все-таки нам, к сожалению, делают больно. Нам не мусят пилоны. Ай-яй-яй. И нам, по-моему, снесут. Не снесли. Отлично. Нужно построить больше пилонов. К сожалению, мы больше не можем строить больше наших хороших юнитов. У меня очень большое скопление минералов, которое нужно как-то убрать, скажем так. И я почему-то не уничтожил, к сожалению, опять-таки вот эти камни. Хотя, по идее, должен был бы. Ладненько, что у нас есть здесь? Ага. Но они требуют много-много виспена. Виспена у нас нет, соответственно, мы должны как-то выживать без виспена. Хорошо, будем выживать без виспена. О-о-о. Ладно. Сделаем это вот так. Просто в наглую будем переться на них и потихонечку давать им по шее. Как-то это была плохая идея, по-моему. Да. Безиура все-таки эта идея немножко плохая. Мои сканеры засекли еще одно извержение. Я отметила на карте местоположение. Нас разламывают. Нас очень больно разламывают. Так, вот еще одно место разлома. Я надеюсь, что здесь нас ничего особо ждать не будет, но, конечно же, я как всегда ошибаюсь. Давайте просто уничтожим пушечки, заберем из пены и потихоньку восстановим нашу армию. Так, надо все-таки с этим что-то делать. Мне совсем не нравится все, когда почему и как идет. Поэтому давайте аккуратненько уничтожать все и вся. Так, подстраивая этих ребят. Также нам понадобится еще парочку. Я думаю, как-то вот так это будет довольно-таки много. Достаточно. Хватит, скажем так. И хотя бы 2-3 корабля. Хотя, честно говоря, не знаю, зачем нам в таком количестве, к сожалению, воздух или к счастью, но... Не, это, конечно, полезно. Бесспорно, это полезно, но... Нам нужно как-то думать о чем-то более приземленном. Давайте мы сейчас отправим сюда наших друзей. На всякий случай поставим пушечки. У нас куча минералов, поэтому можем их в огромных количествах просто добывать. Выходить через зилотов, соответственно говоря. И сейчас посмотрим, что мы можем сделать таки уже чисто в самих этих... Как они называются? Чисто самими
изучательные пустоты. Вот, наши зонды напали, это нифига не круто. Давайте уничтожать того, кто напал на наши зонды. Ведь нам это вовсе не нравится, когда на наши зонды кто-то нападает. Базу нужно, естественно, ту же окрестить какими-нибудь пушечками, дабы не дать пройти врагу. Хотя я думаю, так, давай, просто зайди сюда и знаете, как мы сделаем. Смотрите, поставим по пилончику вот сюда и сюда, сюда и сюда. И поставим потом там уже пушечки. Также установим здесь, ну, не знаю, какие-нибудь полезные штучки. Штучки-дрючки, которые нам впоследствии помогут. Так, вы еще не развернуты, конечно же, да? Конечно же. Конечно же. Но меня это не смущает. Сейчас мы с вами построим армию зелков. И попутно давайте все-таки разрушать вот эту каменную глыбу. Я не знаю, зачем она нужна, что она делает. Я пока этого не видел. Решил сразу делать это все дело на запись для вас. По ентому. Борода курал у него, видите ли. Мы чуть-чуть не добили. И вот мы взяли там. О, естественный канал выхода Виспена. Искатель пустоты на орбите немедленно начнет добывать оттуда газ. Блин, вот я лоханулся. Оказывается, я мог уже давным-давно добывать газ. Но, как видите, я малость лоханулся, и в связи с этим я не смог добывать газ. Ладно, сейчас мы, короче, все это дело исправим. Так, мои дорогие друзья, воздух. Ну, давайте все-таки не лезьте на рожон. Давайте уничтожать щиты сначала, я думаю, что с ними больше проблем. Зератун, мои сканеры засекли еще одно извержение. Я отметил на карте местоположение разломов. Окейшки, подруга. Мы обнаружили еще один канал выхода. Согласно данным о сейсмической активности, остается еще один. Агась. Хорошо, я запомню это дело. И давайте уже добывать минералы, я думаю, что в больших количествах нам это понадобится. Поэтому давайте их просто добывать. Что могу сказать? Скоро на этой базе, по идее, должны закончиться минералы. К сожалению, их не могу выделять. Но окей. В любом случае, они должны скоро закончиться. По крайней мере, я так думаю. Требуется больше пока что будем создавать кучу моих юнитов. Всех, которых возможно. И продвигаться вниз. Так, передвинемся чуть-чуть назад. Там у нас все-таки зилуты бежали вперед. И именно они страдали, скажем так. Они наши основные юниты, которыми мы будем воевать за Виспен дорогостоящими. Потому что тратить их все-таки я не особо хочу. А вот этими ребятами не так жалко. Нет, конечно, зилуты хорошие, крутые и все такое, но их не так сильно жалко. Хорошо. Сейчас мы наберем еще кучу Виспена. А знаете, с автодобычей уже даже как-то полегче стало. Нас, правда, здесь напали. И напали, кстати, довольно сильно. А у нас нету с вами здесь никакой защиты, кроме трех пушек, да? Блин. Не-не-не-не, ребят, отматывайте. Сматывайтесь. Давайте, а то нам сейчас базу будет рубить. Уже это не надо, подходите вправо. Вы знаете, о чем я. Так. Нас тут мало спобили, короче говоря. Вообще надо было сделать вот так. Ну, я что-то тупал. Так, теперь мы пойдем наверх. И оттуда уже будем как-то разбираться, что нам делать дальше. Посмотрим, что мы здесь можем поставить. В принципе, ничего. Здесь мы можем заказать еще один корабль. Еще чуть-чуть здесь можем заказать еще один. Добыча у нас ведется довольно хорошо, качественно, так что будет все хорошо. Что удивительно, мы успели справиться фактически со всеми войсками, которые там были. Еще той слабенькой армией. Ради
поэтому просто, на мой взгляд, все прям таки великолепно происходит пока что. Да, я не спорю, что я туплю, местами как-то неправильно себя веду и так далее, но в целом все равно, на мой взгляд, происходит все более или менее нормально. Подать газу, да, вот мы заработали достижение, 1400 у нас теперь. Значит, давайте мы дадим здесь газу до отказа и будем потихонечку устраивать его. Нужно построить больше пилонов. Ага. Конечно же, у меня упирается все в пилоны, всегда. И с ними у меня большие проблемы. У меня, кстати, оказывается, стоят куча ребят, не добывают ничего вообще. Но мы это сейчас исправим. Ладненько. Сердце. Давайте передвигаться уже вперед потихонечку. Потому что вы понимаете, зачем я это буду делать. Потихонечку убивая все и вся на своем пути. Ничего в этом плохого, сложного нету. И забирая драгоценный газ. Так, Зираку, у нас там еще есть. Мои сканеры засекли еще одно извержение. И отметила на местоположение разломов. Вон он, знаешь. Так, смотрите, здесь у нас иммортал, надо как-то с ним немножко попрачиться, собраться, разобрать его. А здесь два, кажется, иммортала. Так, уничтожаем воздух. Отлично, уничтожаем газ. Прекрасно, и готово. Зираку. Плюс три. Пустоты теперь добывает газ из всех трех каналов. Упс. Так, я, конечно, ууу, как меня сейчас обломали. Но это даст хотя бы какую-то возможность дойти моим юнитам сюда. А там уж я как-нибудь разберусь с этим всем. Да, отлично, тем более, что тут только наземные юниты, и мне не так сильно досталось. Такие дела. Ладненько. Но я могу даже, наверное, еще подстроить, и здесь могу тоже отчасти еще подстроить... Я здесь. Сейчас мне, конечно, скажут, что мне, скорее всего, не хватает пилона, или чуть-чуть в этом духе, но я думаю, что я подстрою раньше. Так. Здесь, в принципе, я все, по идее, сделал, кроме последней части. Поэтому как-то вот так. Сейчас мы быстренько отправимся вот сюда. И будем здесь уничтожать все и вся. Кстати, вот здесь я, оказывается, весь пилон не взял. Вот такие дела. Вот такие дела. И, по-моему, я, кстати говоря, не что. Сделал броню нашим воздухом. Вот так вот. Такие вот дела. Вот, Виспен, на самом деле, здесь, как оказалось, довольно много, ну, по крайней мере, на уровне сложности бойца. Сейчас мы будем потихоньку смотреть, куда нам дальше и как нам лучше наламываться на нашего врага. Потому что, скорее всего, придется собираться вот здесь. Давайте мы для этого специальным образом отделим одного, выделим, так сказать, одного бойца. Отправим его вот сюда вот. И построим здесь парочку пилонов. С оттуда сверху, собственно, и наступать. Я думаю, что это будет грамотно. А здесь мы попутно поставим еще парочку врат. Лишним это в любом случае не будет. Отсюда мы можем забрать уже вот это количество ребят, перевести их, например, сюда. А этого чувачка, например, перевести и добывать сюда. Такие вот дела. Ну, собственно, это обычные занятия, ничего здесь такого сложного опять-таки нету. И я, по-моему, закрыл беднягу здесь. Да, я его, к сожалению, я здесь его закрыл. И никогда мне его отсюда не выпустить. Ну и ладно, ничего страшного. Ничего страшного, здесь осталось чуть-чуть рабочих, которые вполне себе справятся со всем, что их ждет. Поэтому мы не унываем и лишь добавляем к изучению всего и вся. Так, 10 врат нам точно, по идее, хватит. Давайте раскроем вот эти гейки. Нас вот потихонечку нападают. Наши войска приближаются к храму. Мы должны собрать все силы и нанести массированный удар. Вот да, я как раз об этом и хочу поговорить. Я хочу конкретно...
напасть уже всеми силами, для чего сейчас вызову кучу сталкеров, кучу зиотов, наверное, стак зиотов и стак сталкеров. Неподалеку обнаружены дополнительные разломы. Агась, дополнительные. Хорошо. Я так смотрю, кстати, мы можем добывать уже из тех разломов, где что-то уже было выброшено. Это, кстати говоря, круто. Тоже интересно. Нужно ли как-то по-другому добывать, не знаю, но пока что неплохо. Добывается в больших количествах, я вам скажу. Здесь у меня что-то очень много рабочих. Парочку пора декурал убрать. Поставить вот туда. Вот все, теперь все добывается в более-менее нормальных пропорциях. У меня куча виспена, куча минералов, куча войск воздуха. И я думаю, что, в принципе, можно тихонечко нападать. Потому что особого смысла в этом не вижу. Иного. И мы захватим храм. Да, да! Эта битва покроет нас славой! Что-то в этом духе. Так, Колосс, ты мне совсем не нравишься. Вы, ребят, мне тоже совсем не нравитесь, поэтому давайте на это стараться уничтожать сразу весь воздух. Попутно не забывать, естественно, подфармливать нужные нам юниты. А то будет нам Борода Курал. А Борода Курал нам не нужна в этом плане. Некий Нексус заработали достижение. Потом посмотрим, что она дает, что она делает. Конечно же, нам нужно уничтожить, но я предлагаю, что сначала уничтожить всю базу. А такие вот дела. Вот, возможно, как раз за уничтожение базы Талдаримов нам дали достижение. Может быть, я ошибаюсь. В любом случае, поехали. Наконец-то путь к храму чист. Да, однако Талдаримы не из тех, кто легко сдается. Они придут за своим владыкой и приведут с собой армию. Иди же, Зератул. Найди в этом храме ответы на свои вопросы. Благодаря нашим клинкам у тебя будет на это время. Я благодарю тебя, Тальс. Энтаро Тасадар. Адун Теридас, брат. Собственно, на этом и заканчивается такая вот веселая миссия про протосов. Вторая часть, которая называется «Призрак в тумане». И мы получили в этот раз три достижения. Выполните задание «Призрак в тумане» в компании «Предчувствие тьмы». Это автоматически получается. Соберите 3500 единиц в спенных местах извержений при выполнении задания «Призрак в тумане». И уничтожьте все вражеские нексусы при выполнении задания «Призрак в тумане». Вот такие вот дела. В принципе, ничего сложного. Добыто виспена 6000, потери у меня 56, войск в наличии 160, уничтожено войск противника 162. Такие вот дела. Ладненько. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.